Добрый день, уважаемые любители баскетбола. Приветствуем вас на матче единой лиги ВТБ. Санкт-Петербургский «Зенит» против «Астаны». Помогает делать баскетбол баскетболом, потому что все мы видели, как играют баскетбол при пустых трибунах. Аксенов идет до конца, и сложнейший бросок попадает из-под Соломана. Только сейчас мяч доходит до седьмого номера «Зенита» Эртель. Снова не бросает. Ой, как красиво двигается мяч у подопечных Хави Паскуаля. Плюс 14 для «Зенита». Эртель проваливается. Клименко! И великолепная передача паркета на большого. Великий мастер в спину. Холмсли. Для того, чтобы пол нападения не фиксировать, нужно было фиксировать. Улетает Холмсли. Быстрый отрыв. Это что-то из арсенала Йоханнеса Фолкмана. Балашов остается против Клименко. Хороший заход по лицевой из двух рук. Макс Марчук втыкает мяч сверху. На себе фалить. Аксенов на врывающегося Марчука. Тот сверху через Соломона мяч занести не смог. А вот Майерс с фолом. Балашов избавляется от Захарова. И один уже совсем был 99-й номер Астаны. Мог бросать. Вместо этого придумал не самую необходимую скидку. На «Зенит» таких ошибок и не прощает. 88-66 побеждает санкт-петербургский «Зенит».